Секрети вдалої риболовлі відомі досвідченим рибалкам. Але ж дуже часто постає питання, де зловити найкращу рибу. І про ті секрети нам сьогодні, можливо, розкаже рибалка, який прийшов до нашої студії, досвідчений. Це Ігор Алєнін. І завжди з рибалки ви до нас і приходите. Ну так. Ви там живете? Живу. Разом з рибою на воді. Завжди. Дуже рада бачити вас. І, пане Ігоре, я знаю, що у вас настільки такий широкий діапазон. Ви бували в різних водоймах, ви знаєте, де ловиться риба, знаєте, яка саме риба, де ловиться. Ну, тобто, ви з нею на ти, можна сказати. Ну, да, можна так сказати. Так от, що за останні часи, за останні роки ви для себе з'ясували? Що потрібно для того, щоб мати вже таку чуйку, як то кажуть? Де ж її знайти, ту рибу, найкраще? Ну, в последнее время в наших водоемах тяжело найти рыбу, к сожалению, потому что большой пресс на эту рыбу, и промысловый, и любительский. Если взять, даже вот мы идем в Евросоюз, да, у нас от президента до последнего клерка все кричат, мы идем в Евросоюз. Но почему-то промышленный лов на открытых водоемах у нас до сих пор не запрещен. В Европе ни на одной речке не производится промышленный лов, только любительский, и только по правам. Там сдают курсы, получают права, удостоверение на право ловли. И только после этого, заплатив лицензию, вы ловите. А тобто виходить, що простому рибалці є заборона, так? А промислово, будь ласка, можна ловити скільки хочеш риби, так? Конечно. І самое страшное то, что у нас промысел не контролюється, фактично. Ну, ось, я ж про що і кажу, що можна взагалі дуже серйозно залишитися без риби, залишитися взагалі, ну, в забруднених річках, ну, ми вже і так забруднені. Ми і так в забруднених річках. Саме страшне для нас – це те, що збрасують фосфоросодержащі або моющі. Це саме страшне. Те, що американці построїли завод в Росії, і цей завод повністю снабжає Україну своїми моющими. Ну, все, что мы покупаем, Ариэль и все остальное. Ну, вот я пример привел. Ну, просто. Так. Это все фосфоросодержащие. Ну, зараз же якось люди починають думати і дивляться, наприклад, там без фосфатів купують, стараються якось екопродукцію. Ну, тобто я розумію, що є вже люди, які ставляться до свого життя. Я вам відкрию маленьку тайну. До початку війни, це Янукович був ще президентом, у нас в Красноперекопське, и в Армянске, был открыт первый экологически чистый, по производству экологически чистых моющих, завод. Так вот, я не знаю, как удалось американцам договориться с Януковичем, договориться, этот завод уничтожили силами, так сказать, нашей власти. Ну, зараз багато з'являється екопродукції. Зараз можна побачити в магазинах Она і купити. Много екопродукції не відповідає дійсності. Є таке, звичайно є. Я вам скажу, 90% не відповідає то, чому там написано. Ну, що робити звичайному... Слухайте, ну це ж справді така проблема, яка має характер взагалі такий широкий дуже, широкий спектр. Ми почали з риби, а вийшли на те, що у нас екологія забруднена, і насправді і рибалки це відчувають в першу чергу. Вони ловлять рибу, яка усе це на собі переносить. Так, рекомендую. Крупні особи, які ловляться, наприклад, більше 3-4 кілограм, просто філірувати, і все, кості вибрасувати. Не питатися варити уху наваристу на цих костях, краще сварити уху з мелкої риби. Так, а м'ясо, виходить, що в м'ясі менше буде? Риба, взагалі, в м'ясі не накоплює ні радіацію, ні тяжкі метали, ні хімію. От якраз філе у риби завжди чисте. Все основне – це в голові і в костях. Ви бачите, наприклад, що риба там з'явилася з плямами, що риба іншого кольору, наприклад? Ну, бывают, есть мутации. В последнее время я часто ловлю плотву зимой, которая полностью прозрачная. Представляете, как аквариумные рыбки, вот гупи, помните, да? Прозрачные, насквозь. Вот такая плотва, ну, идет мутация. Это все химия. И, ну, будем так говорить, вот если взять браконьерство, промышленный и любительский лов, то и взять сбросы наши, то самый огромный урон наносят именно сбросы. Именно сбросы. И вот они уничтожают огромное количество рыбы. Просто вот для
сравнение скажу так. Зима для промышленников, когда стоит лед на Днепре, это золотое время. Вот тогда они со своих отстойников все сбрасывают, это не видят экологи, они сбрасывают все в Днепр. И вот там когда сбежал. Они это сбрасывают, да, потом аквалангисты, не обязательно аквалангисты, ну, те, кто занимаются подводным плаванием, ребята, они ныряют, и дно просто, вот как шел поток этой грязи по дну, отравы, вот так все и усеяно рыбой. Понимаете? Тобто риба одразу відчуває і одразу... Да, і, вина, і ми не видимо, вона не вспливає, понимаете? Вона так і остається на дні, згніває. Оце настільки сильне забруднення, да. Що риба одразу починає тонути на дно. Конечно. Ну, був у нас такий случай, коли у нас вверху під Кременчугом утонула баржа з марганцем. Можете себе представити, скільки риби погибло? Угу. То есть просто она утонула, и этот марганец весь пошел аж до Каховки, ну, будем говорить так. Пане Ігоре, ну, а ви ж знаєте, мабуть, чисті водойми, де можна ловити екологічно чисту рибу, чи ні? Як ви взагалі ловите? Скажу чесно, на Україні не осталось фактически ні одної ріки чистої. А Оріль? Оріль? Та Оріль уже давно загрязнили депутати наші так, що не дай Бог. Я вам просто хочу сказать, что в свое время, это до Януковича и при Януковиче, Ариэль серьезно застроилась. Именно выше туда, к Полтавской области, там серьезно построили депутаты, даже плотины себе, поделали себе искусственные озера. И поэтому Ариэль очень сильно обмелела, именно по этой причине, понимаете как. Угу. А потом мы удивляемся, что у нас озера уходят, там, которые считаются перлиной Украины, да? Ну, а так, якщо, наприклад, ми вже повернемось все ж від політичних і екологічних питань все ж до риби. Давайте. З вами. Да. Я, от, знаєте, все, що хочу дізнатися, як краще ловити рибу, в який час, наприклад? Чи це вечір, чи це ранок? Риба, слава Богу, є у нас. Нерестилища на сьогоднішній день у нас охороняються, я би сказав, даже удовлетворительно. Uh-huh. И рыбинспекция, и полиция водная наводят порядок, да, именно на нерестилищах. Это балка Вороная, балка Сокорова. То есть uh-huh. вот, как бы интересные вот эти балки. Единственная проблема у нас огромная в Днепропетровской области, потому что решением облсовета Вороная, ну, а Сокорова или Вороная балка, она правильно, потому что село Вороново там, uh-huh. да. А у нас там, где называлось Вороново село, его сейчас назвали Матлашевое. Поэтому вот как теперь, как эта балка называется, тяжело. Ну, все знают, что... Ну, как колись называли, так же да, и... Да, Вороная, Сокорова, да. Угу. Так вот там, где Сокорова балка, там проблема. Если здесь заказник полностью вынесен в натуре у нас, и включает он в себя такие же перлины Украины, как острова Махартеты, угу. Их нет нигде в мире по энергетическому своему, ну вот, накоплению энергетики, таких мест очень мало. Угу. И даже Далай-Лама хотел купить один из островов, в частности, Большой Макхартет, но почему-то Кучма не продал в свое время. Ага. Ну... С приводу риби все ж. Там да. Багато риби. Смотрите, багато риби. Смотрите, очень много. Да, в последнее время, будем говорить так, самый основной показатель – это то, что начало появляться очень много густеры и леща. Так, да, вони живуть в чистій воді. Да, и в этом году даже наблюдали, сидел на берегу и смотрел, как он в двух метрах от меня лещ не рестился. Это такая красота. Ну, особи, конечно, к сожалению, в основном не крупные. За, там, чуть больше килограмма, за килограмм, ну, до двух. Угу. Такого, как раньше у меня было, что по 11 килограмм маточник такой. Да, вы же ловили величезну рыбу. Я поймал, знаю, сколько да, вы риб зловили. Я поймал на удочку еще, мне было тогда 12 лет, на бамбуковую удочку с поплавком. Тогда я использовал катушку и кольца, это дядя меня родной научил, дядя Толя мой, и я забрасывал на дальний заброс, и, ну, типа нахлыстом, будем так говорить. И стоя по пояс в Новоселовке, да, заурез бросал, как раз 4 метра глубина там была, и там мы ловили густеру и леща на тесто, на болтушку. Да. И вот я поймал тогда на 11 килограмм.
Ого, да, вам, мабуть, було кілограмів, мабуть, менше. Послушайте, до одного трамвайчика я його тащив на собі. Да, а потім там трамвайчики їхав, всі рибаки завідували. Ну, тобто, він не влазив нікуди, я його просто, ну, сверби витащив палочку, всунув через жабру і так тащив його домой. І в трамваї оце, так їхав трофей. Домой. Да. Да, це серйозний був трофей. Да. Угу. Це перша була риба? Ну, нет, где-то мне не было еще 5 лет, отец взял меня на рыбалку войсковое, ловили на спутнике, и я поймал коропа на 4 килограмма. Угу. И он меня чуть не утащил с камня. Ну, там обрыв сразу идет до 5 метров с валунов. І так, от, це серйозно. Серйозно, з самого, да. Виходить, дитинства така, таке бажання було ловити. Так, отець, да. Ви з родини рибалок? Ну, папа любитель был большой рыбалки, но ему было некогда. Поэтому эстафету перехватил мой дядя, и как бы я не пропускал ни одних выходных. Они все работали, но в пятницу мы собирались, в воскресенье мы возвращались с рыбалки, ночевали в любых условиях, и в стогу соломы, и в стогу сена, из камыша шалаши делали. Ну, ну, таке поєднання з природою, це взагалі супер. Да, для рибалки не, це класно. Да, не представляєте, наприклад, на Васильовці негде було взяти глину, да? А у нас как раз там стройки шли, школы строились, дома, котлованы рыли. И вот я, пока дядя был на работе, моя задача была пойти набрать этой глины. А глину для чего? А для прикорма. А, конечно. Треба ще глину туди покласти? Конечно. Мы, ну, варили кашу, макуху. Любую, пшено в основном. В основном пшено, да. Оно красивое, дает пятно белое, как бы интересно. Но это все мешали с макухой и с глиной. А для чего? Глина пылит хорошо. И вот слабое, любое слабое течение, и мы лепили такие большие бомбочки, назывались. И вот мы бросали, ну, закидывали удочки, и потом оббрасывали там, где поплавки у нас стоят, по две, по три бомбочки, фактически там каждый час. Там слабое течение идет, ну, оно то усиливается, то нет, в зависимости от сброса плотины. И глина пылит, она дает след. Естественно, этот след дает запах. Рыба возбуждается, приходит, находит наживку и клюет. Ну, ось так. Хитро, хитро дуже. Да. Ну, это было так. Сейчас это уже все не делается так. Ну, зараз же інакше. Ну, конечно, сейчас в магазине кто... любую прикормку бери, и все, она готова. Воды добавил. Желательно, конечно, вот для всех рыбаков. Есть даже, которые не начинающие, почему-то из крана берут воду и замешивают прикормку. Ну, самое основное – это вода из водоема, на котором ловишь. Угу. То есть приехал… Ну, щоб риба ж не відчувала инородного. Конечно, инородного, да. Угу. И тогда успех. И еще одно. На водоеме существуют трассы. Ну, будем называть дороги у рыбы. Она ходит по определенным траекториям, ну, будем так говорить. Поэтому, если кто… Ну, вот, помнят, если мы находим окно в камыше, да, и бросаем одну, вторую, третью удочку. И вот у нас на одну удочку клюет одна за другой, а на эти две не клюет. Ну, значит, рыба а почему? Потому что там, там нет хода, она идет только здесь. И ты хоть крыши, хоть не крыши, у нее есть свой ход. Теж, бачите, да. За скільки років ви вже це помітили, знаєте, да. Тепер, як ну, правильно робити... Ну, я ж не просто знаю, я знаю всі точки, я знаю, куди бросити. Ну, бачите, да. Як добре, і добре, що ви ділитесь своїми секретами, своїми такими цікавими... Ну, я завжди стараюсь допомогти, люди спрашують, я ніколи нікому ні в чому не відказую. Ну, бачите, як добре. Да. Ну, я так сподіваюся, що все ж екологічний стан хоч трошки буде змінюватись. Ну, дуже нам би хотілося, знаєте, бо це говорят... впливає на все, і да. На нас, на наше здоров'я, і на те, яка риба буде у водоймищах. Я вам скажу так. Ситуацию можно сравнить с Донбассом, да? Когда говорят, нужна политическая воля. Вот так и по рыбе. По нашим надрам, будем так говорить, тоже нужна политическая воля. Когда перестанут наши депутаты, отцы наши, ну, вы поняли, о ком я говорю, великие, зарабатывать на наших недрах, на той же рыбе, понимаете? Она не кормится, ну, будем так говорить, все чиновники, которые задействованы там, они все кормятся с этой рыбы. Поэтому, когда это все прекратится в стране и начнется реальная защита нашей экологии, нашей фауны, нашей флоры, тогда, поверьте,
риби в воді буде більше, ніж води. Ми будемо сподіватися, що риби буде більше, да. А водоймище будуть частіше. Дякую частіше, вам, да. Що прийшли до нашої студії. І сподіваємось, звичайно ж, на те, що все буде добре. А ми з вами зустрінемось вже завтра о 13:30. Тож, до побачення. До побачення.